Друзья, всем привет, с вами Никита Делай, и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте Свапа Агра. У нас, в общем-то, вся техника уже в работе, поэтому давайте посмотрим, кто чем занимается. Наш замечательный друг Лексион классовский, разумеется, убирает поле. На нем у нас посеяно лен. Лен — дорогая культура, его можно будет продать, заработать бабла. В общем-то, мы сейчас в нем нуждаемся, сегодня будем зарабатывать бабло. Вместе с ним на поле у нас работает наша GCB-шечка, которая собирает соломку. Льняную мы помним, что она дорогая. Ну и Джонни, который будет возить урожай на базу. Там некая девка сидит, и она уже готова выдвигаться, его разгружать, когда он набьется. А вот она, кстати. И поехала. 41%. Ну, неплохо, ладно. В общем-то, едьте, разгружай. Я думаю, вы там как-нибудь разберетесь между собой. На полянке, друзья, работает наша косилка. Она тюкует тюки, и следом за ней ездит наша Вальтер, которая эти тюки, соответственно, подбирает и будет возить на продажу. И сразу же их продавать. Вот с таким вот тюковщиком, который я в прошлой серии говорил, в общем-то, о его покупке. У нас сейчас уже дохрена силоса. Мы его сегодня, кстати, тоже продадим. Вообще, сегодняшняя серия будет посвящена именно продаже урожая, того, чего нам, ну, в принципе, по крайней мере, в ближайшее время особо не нужно. Далее, друзья, наша Scania, ее я хочу поставить продавать силос. Смотрите, на базе у нас есть 2,5 миллиона этого силоса, и еще 700 кубов лежит на ферментаторе. Поэтому мы продадим то, что у нас есть на базе, а потом сюда перевезем то, что с ферментатора, и это уже пойдет на переработку в биогаз. Может быть, кстати, сразу оттуда его на биогаз отвезем. В любом случае, нам нужны деньги, нам нужно очень много денег, поэтому давайте его зарядим на продажу. Для этого надо будет нарисовать ему новый маршрутец. Но вроде как Scania должна с этим всем дерьмом работать, поэтому я надеюсь, что все будет чики-пуки. Нажимаем, соответственно, после наполнения начать запись маршрута и поехали. Отвезем это дело все в точку продажи, а она у нас находится прямо здесь на базе. И вот смотрите, 20 тысяч мы получили с одного прицепа, ему около 50 таких рейсов надо будет сейчас сделать, поэтому около миллиона мы, наверное, за этот весь силос получим. Плюс еще сколько-то будет стюков. В общем-то, вот так вот мы маршрутик этот самый вот здесь вот прерываем, ставим транспортировку и продажу, выбираем сюда силос. Силос есть? Есть, отлично. Со стартовой точки запускаем, и я надеюсь, он будет нормально заполняться, да. Он заполняется. Давайте все-таки проконтролируем на всякий случай. А то, знаете, всякое бывает. Заполняется. Уезжает. Нормально отсюда выезжает. Это тоже, кстати, хорошо. Ну и, соответственно, разгружается в точке, как и должен. Это тоже замечательно. Ну и нормально, беспрепятственно попадает вот в этот вот проезд. Здесь, да, с триггерами не очень удобно сделано. Хотя, может быть, наоборот удобно. Говорят, что вот этот триггер, который раньше был вот здесь, он здесь и остался. Но я не проверял, я всегда с этой стороны заезжаю, и получается, он высыпает на первом. Типа их здесь два рабочих. Соответственно, после того, как он разгрузился, он уезжает. И это хорошо. И после чего он подъезжает к точке загрузки и загружается. Отлично. Маршрут зациклен, он работает, и это меня радует. А у нас тут, кстати, подъехал и наш прицеп, который возит тюки. Давайте заодно посмотрим, чтобы эта падла тоже хорошо работала. А то, знаете, я вообще CoursePlay'ю так себе доверяю иногда. За ним нужен глаз да глаз и все такое прочее. Да, отлично, он увидел триггер, он его разгружает. Вот так вот это примерно происходит. Тут единственное с этим прицепом, он вот... не понял, что он еще не разгрузился, и он поехал сразу вперед. Соответственно, пока последние допрыгнут, благо он этот самый выставляет вот эту штуку, которая мешает ему проехать для подбора, пока он складывается. В общем-то, ну, здесь это работает в данном конкретном случае. И еще силос у нас подъехал. Короче, мы сейчас будем потиху богатеть, и это хорошо. Также, друзья, дохренище просто бабла лежит у нас на компост-мастере. 1 400 000 кубов у нас компоста уже готового, который пока что, в принципе, особо девать-то и некуда. Который на данном этапе нам не нужен нигде. Поэтому мы его тоже продадим, но есть одно большое но. Цена на него сейчас 239 сраных евро. Это самая низкая цена на компост, которая сейчас может быть. Она вот только-только упала до своего минимума. Поэтому у меня была мысль промотать еще сутки, чтобы цена повысилась. Но есть другой косяк. А именно, друзья, это наши лошадки. У них заканчивается жрачка, и их нужно покормить. Овес вряд ли закончится за ближайшие сутки. А вот сено, мне кажется, может вполне себе закончиться. Поэтому, друзья, нам нужно покормить наших лошадей, забить их кормушки полностью и забыть про это еще на десяток серий, благо не так много они жрут. И для этого, друзья, нам понадобится наша оранжевая Scania любимая, которую мы так любим и которая приносит радость на ваши экраны. Соответственно, погнали тогда возить им все это дело. Ну что ж, друзья, на этом вроде как у нас лошадки теперь сыты и довольны. Смотрим по всем загонам, они забиты полностью, все на 100%, все зеленое, шикарно. Обожаю, когда так. В общем-то, мы не скоро еще к этому корму вернемся. Я думаю, что мы не только лошадей этих продадим, мы еще тех, которые вместо них будут, мы их еще успеем продать на всем этом корме. Потому что жрут они, слава богу, немного. И это прекрасно. Но овса надо будет еще как-нибудь на досуге немножко заготовить. У нас тем временем тюки продают. Силос продается. Уже 625 тысяч насобирали мы. Нормально. Разбогатеем сегодня вообще по полной. Далее, друзья, вы увидите подтверждение того, что я гребаный псих. Хотя на самом деле это в будущем очень сильно упростит мне жизнь и здесь, а также на карьере, которая у нас идет с сезонами. Сейчас, друзья, мы будем записывать довольно-таки длинный маршрут. Маршрут на доставку биогаза по различным предприятиям. Этот маршрут у нас один. Один маршрут у нас будет доставлять биогаз на ЖБИ, на столярку, на цементный завод, на карьер, на нефтедобывающие вот эти вышки и на пилораму. Тем более он у нас много где и закончился, я так понимаю, да, вот на этом самом, на ЖБИ он закончился. Короче, да, много где закончился, почти везде. На пилораме закончился. Так что, друзья, наполняем биогаз. Мы его сейчас выливать будем на дальнее производство, именно на карьеры, на пилораму. Немножко там распределим, потому что, когда я запущу этот маршрут работать, туда ничего не достанется. Там уже тоже он закончился. Он будет кататься очень долго, и это будет именно такой маршрут, который вот поставил в начале, скажем так, серии и забыл про него. Он ездит, везде пополняет. Я вот правда думаю, что для него придется покупать отдельную Scania. Чисто под этот маршрут. Хотя хз, как оно будет дальше. И сейчас я довольно-таки сильно жалею о том, что не подключил руль, но уже, скажем так, поздно пить боржоми. Будем записывать это все дело на геймпаде. Просто маршрут длинный, и хочется, чтобы все было без косяков. На руле это делать намного проще. В общем-то, все забилось. 50 кубов. Погнали! А нет, стоп, какое погнали? Мы ж надо на кнопку нажать, начать запись маршрута. Вот это вот я чуть-чуть не затупил сейчас. Все, триггер он здесь ловит, это замечательно. Поехали! Медленно, аккуратненько едем сначала на этот самый, на столярку, которая поддоны делает. Так, приезжаем сюда и, соответственно, нам на триггере, где у нас выгрузка биогаза, нужно будет поставить паузу. Вот мы его словили и, соответственно, ставим сюда паузу. Да, именно вот здесь можно, в принципе, чуть-чуть пшикнуть этого самого биогаза сюда. И вообще посмотреть, что у нас здесь по биогазу. Биогаза у нас здесь 11 кубов, в принципе, хватает. Бревна еще есть, поддонов уже 99 кубов насобиралось. Это хорошо. Работает. Да, кстати, у нас же прошел стрим, где мы пилили лес. Увы, YouTube его забанил, он был на втором канале. И да, кстати, если вы не знаете до сих пор, что стримы у нас переехали на другой канал, ссылка на него есть в описании. Так что подписывайтесь туда, если вам это это дело интересно. И чтобы их не пропускать, можете вступить в группу ВКонтакте или присоединиться к серверу в Дискорде. Там тоже все это дело в описании есть. Потому что YouTube болеет, уведомлялки не присылает. И, в общем-то, чтобы не пропускать все это дело, вот такой вот простой способ. Увы, этот стрим YouTube забанил, но, в общем-то, у нас сейчас забита была столярка и, соответственно, пилорама полностью. В общем-то, около пилорамы буду, покажу, что с нашим лесом стало. А мы продолжаем тогда наш чудо-маршрут. И сейчас отсюда едем на ЖБИ. А вот здесь, друзья, у нас начинается веселое. Здесь у нас разгрузка задним ходом, но что-то мне подсказывает, что можно аккуратненько здесь подъехать и так. Но вообще лучше, конечно, задним ходом будет делать, ну ладно. Мы и так справимся. Во. О, нормалды, слушайте. Соответственно, ставим и здесь паузу. Может, кстати, еще случится косяк. Я не помню, какое максимальное количество остановок может быть. Вот в голове крутится, что 9-10, что-то такое. У нас их планируется 7. Если их тут 5, то... все, что я сейчас делаю, оно как бы, ну, зря немного. В общем-то, пшикнули тоже сюда чуть-чуть, дабы запустить производство. По-моему, оно остановилось. И поехали дальше. Дальше мы едем на цементный завод. Блин, а я по планам написал сначала ЖБИ, потом пилорама. Ладно, пофигу. Погнали на цементный завод тогда и в общем-то, туда. А вот тут, друзья, у нас уже косяк. Тут уже реально разгрузка только задним ходом, поэтому нам нужно отцепить сейчас нашу бочку и продолжить запись без нее. Соответственно, мы вот так вот поворачиваем и проезжаем чуть-чуть вперед, дабы она, ну, типа выровнялась, когда она у нас будет подключена. И далее включаем этот самый задний ход и аккуратненько сдаем прям до самого упора. Прям вот до сюда, чтобы прицеп доезжал до сюда. Я в прошлой серии, в общем-то, рассказывал, почему это делается именно так. Теперь мы проезжаем вперед и нажимаем на приостановить запись. Цепляем бочку и заезжаем сюда с бочкой, чтобы видеть триггер разгрузки. Так понимаю, если мы вот здесь вот продолжим, проедем чуть-чуть вперед, нажмем паузу, то это в теории должно будет работать, но за работоспособность этого дерьма я не отвечаю. Но теоретически должно. Так что, друзья, цементный завод у нас есть, теперь мчимся в карьер. Прибываем в карьер, видим, что цепанули триггер, хотя здесь тоже довольно-таки неудобный подъезд. Я не помню, с каких пор здесь вот этот вот, не знаю, как это называется, от крана, короче, появилась что-то хреновина, леса какие-то, я не знаю, короче, как они называются, и пофигу на самом деле. И здесь, соответственно, тоже тыкаем паузу и даже высыпем немножко биогаза, чтобы все это дело запустить, потому что здесь он закончился. Я думаю, вот столько пока что хватит. И далее мы отсюда несемся на наши нефтяные вышки. Хотя на самом деле по пути у нас будет пилорама. Как нам вообще проще ехать? А можно, кстати, скосить на нефтяные вышки сначала между 23-м и 22-м полем. Поехали так, почему бы и нет. Значит, на нефтяные вышки сначала. На нефтяных вышках делаем то же самое, ставим паузу. В принципе, тут у нас дохренища нефти уже есть, 5 вышек по 200 кубов каждый, миллион. НПЗ еще не закончил свою работу, поэтому запускать вот это производство я сейчас не вижу никакого смысла. Нам нужно теперь отсюда выбраться и ехать на последнее место, на пилораму. А что у меня только 5 пауз, я не понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, 6 я всего запланировал. Что-то я думал, что я 7. Да, 6 мест. В общем-то, едем на последнее. Это наш пилорама. Погнали. Блин, а неужели здесь задним ходом придется сдавать? Это так себе идея, если честно. Не, словили там какую-то эту самую. Соответственно, ставим тогда паузу. И надеюсь, он увидит этот триггер без проблем. Выгружаем оставшийся биогаз сюда. И едем на наше начальное место. Ах, да, я же забыл про лес сказать. Здесь, кстати, уже довольно много переработалось. Мы сюда 300 кубов забили полностью. 178 кубов бруса у нас уже есть. 35 кубов щепы. Тут вот огрызки, которые не влезли. Можно их, в принципе, даже прямо сейчас закинуть. Вот так вот. И последний тоже закидываем. Хоп, и все. В общем-то, лес наш вроде как вырос до конца. Мне на стриме писали, что 32 метра должно быть. Мы вроде померили их. Линейкой было 22 метра или 24, я точно не помню. Но когда пилили последнее, там как раз вот на 32 и выходило. Может быть, в момент, пока мы пилили, последний этап созрел. Ну, в общем-то, чуть-чуть мы тут выкосили. Ну, как чуть-чуть? Нормально мы тут выкосили, но еще много чего осталось. Еще пеньки надо эти выкорчевать нахрен. Как-нибудь займемся этим. Вот, ну, в общем-то, дерево тут нормально. 100 деревьев мы посадили, а в статистике, наверное, можно даже посмотреть, сколько деревья повалены. Я вот не помню, сколько было в прошлый раз, но что-то около 40 штук мы, в общем-то, повалили на стриме. Как-то так. Ладно, это лирическое отступление, а у нас тут надо закончить запись этого гребаного маршрута, который меня, может, с ума сведет. В общем-то, погнали обратно на биогаз, на точку заполнения. Так, точку он словил, соответственно, здесь останавливаем. И она как раз перед стартом получилась, сразу же нахрен его сохраняем, как биогаз доставка 1. Может быть, потом появится еще и второй какой-нибудь на другие производства, которые будут ездить. Пока так. Соответственно, это у нас идет перевозка жидкостей. Забрать из бункера биогаз. Запускаем по маршруту, и он не увидел триггер, не начал заполнение. Вот если ты сейчас не будешь работать, то у меня нахрен сгорит, потому что я намучился с этим знатно. Я же проверял, доставка работала, биогаз у меня возила. Я же тестировал все это именно на этой Scania и именно вот на этом прицепе. Я это все дело тестил. Друг, не расстраивай меня, потому что если ты меня расстроишь, я нахрен сгорю. И прицеп поворачиваю. О, пошло, отлично, лепота, оно заполняется. Слушайте, здорово-то как. Да, конечно, меня немножко бесит вот поворот вот этих самых прицепов. Ну, в общем-то, вот так вот здорово. Заполняется он долго, конечно. И у меня иногда такое чувство, что когда он по CoursePLAY ездит, он дольше заполняется, чем обычно. По крайней мере, с водой это точно вот так вот. А тем временем у нас, друзья, закончила вот эта вот работа по уборке. Поэтому мы маршрут сбрасываем, открываем турбу, вызываем транспорт. И, соответственно, отправляем его на разгрузку. А сами тем временем убираем комбайн. Все дело это сворачиваем. Оно нам уже не надо сегодня. Осталось только дождаться того, когда уберется отсюда солома. А тем временем наша Scania уже добралась до столярки. Соответственно, он сейчас должен выгрузить сюда все, что он привез. И потом уже пустой объехать весь маршрут. Да, выгружает, все хорошо. Потом, соответственно, он уже пустой сейчас объедет весь этот круг. Заполнится еще, приедет потом обратно сюда. Добьет до максимума биогаз, который сюда влезет еще. Соответственно, 40 кубов. И 9 в нем еще останется. Эти 9 кубов он уже отвезет на ЖБИ. То есть у нас вторая точка была ЖБИ, да? Да, ЖБИ. Соответственно, и потом под пустой опять будет кататься по кругу. Потом он опять заполнится полностью, приедет сюда. Ну, сюда, возможно, тоже что-то пшикнет. То есть так или иначе он здесь предприятие работает, поэтому что-то высыпет. И потом там 49 условных кубов он высыпет на ЖБИ. Потом он заполнит ЖБИ и будет по очереди вот так вот все заполнять. Да, это долго, да, это может быть где-то геморройно, да, и псих такой сложный маршрут придумывал, можно было и проще. Но, друзья, поверьте мне, теперь я про пополнение биогазом вообще могу забыть. Мы еще докупим Scania потом одну, которая будет чисто на этом маршруте работать. И все, биогаз будет все время автоматически у нас пополняться. Понятное дело, что если у нас пилорама стоит здесь, ничего не производит, там бревна, например, условно кончились или склад забился, то биогаза соточку он забивает и потом вообще просто проезжает мимо. Так что как-то так вот все это должно работать. Тем временем, друзья, наша Scania, кстати, продолжает продавать силос. И осталось его совсем немного, по-моему, там что-то я смотрел недавно, около 200 кубов было. Ну, должно было остаться, по моим подсчетам, да, 214 кубов. То есть ему еще 4 раза осталось ее продать, и весь силос у нас будет продан. Это хорошо, меня это радует. И скоро он закончит, и мы поставим его продавать таким же образом льняную солому. Плюс льняная солома еще постоянно у нас прибавляется, там денег, короче, будет просто мама не горюй. Можно даже на крышу залезть. Не знаю зачем. Надо, короче, отрубать мод на этот самый, на реалистичный вес техники. На геймпаде как-то нереально управлять вот этими тяжелыми грузами, которые Scania возит. Ну, то есть как тяжелыми грузами, которые Scania возит. Если Scania полностью забита и везет с собой 50 кубов чего-либо, она неуправляемой становится. И настолько страшно сейчас было ездить. Ну не то чтобы страшно, а, короче, надо было быть очень аккуратным. Также, друзья, у нас же освободился наш джоник, поэтому мы его поставим сейчас возить силос, который у нас тут на ферментаторе лежит, и, пожалуй, наверное, пускай он возит его и сразу же закидывает на переработку. Заполняем его силосом. Я решил, что маленьким прицепчиком мы это будем возить, потому что он там более маневренный. На БГА там надо нормально разворачиваться, чтобы маневренность там нужна, в общем-то. Нажимаем, соответственно, начать запись маршрута, заводим двигатель и погнали записывать этот самый маршрут. Нифига он не словил здесь триггер, поэтому надо опять-таки ставить это все дело разгружаться задним ходом. Поэтому отцепляемся тогда и вот так вот его типа, ну, выравниваем, что ли. Включаем задний ход и едем вплотную до триггера разгрузки. Доезжаем вот до сюда, вырубаем это все дело и едем, соответственно, обратно. Только теперь нажимаем паузу, цепляем прицепчик. И выезжаем обратно на ту же самую траекторию. И продолжаем этот маршрут. Только я не высыпал. Ну и ладно, ничего страшного. В общем-то, едем обратно на точку пополнения. Отлично. Вот здесь вот мы это все дело прерываем. И этот маршрут тоже можно сохранить как... Давайте ферментатор биогаз. Ферментатор биогаз. Вот, пойдет. Да, многовато маршрутов уже получается. Соответственно, транспортировка, продажа. Ставим ему тоже сюда силос. И теоретически он должен работать. Потом проверим. Тем временем, друзья, у нас вот этот парниш таки закончил работу. Там, правда, девочка сидит. Страшная, но все равно девочка. Поэтому нам нужно поставить его продавать льняную солому. Давайте только сначала мы высыпем вот это вот дерьмо, которое у нас здесь лежит. Увы, солома у нас под другим триггером, поэтому по этому маршруту у нас не получится это все делать. Ну, ничего страшного. Мы сейчас это по-быстрому все замутим еще раз. Так, вот здесь вот ты видишь, замечательно. Льняная солома нас интересует в данном случае. Может, у нас есть маршрут солома прот, солома компост, самона компост ман. Его, кстати, можно стереть. Солома компост ман, мы уже не будем им пользоваться. У нас, помните, со смещением был такой. Короче, нет у нас такого маршрута. Ну и ладно. Значит, записываем заново. Нажимаем начать запись маршрута и ждем, пока заполнится. И давай, друг. Хоп, погнали. хоп, и еще 25 тысяч нам прилетает за прицеп соломы. Опять-таки, ну, силоса у нас было в 2 раза больше, но все равно 1500 мы за эту солому как нефиг сейчас еще срубим. А может быть даже и больше, если повезет. Давай-ка вот здесь мы останавливаемся и меняем тебе погрузка на льняная солома. Вот она. И запускаем со стартовой точки. Главное, чтобы он начал заполняться. Он начал заполняться, значит, я хорошо подъехал. Да, кстати, маршрут этот мы сохраним как солома-прот. Солома-прот. То есть по нему мы можем продавать и обычную траву, и сено, и солому, и льняную солому. Короче, то, что у нас здесь лежит, оно все на сарае продается, кроме щепы. Поэтому можем спокойно это все дело продавать. А тем временем у нас, кстати, закончил работать еще и вот этот парниша. Ну и Вальтер, соответственно, почти закончила работать. Поэтому давайте мы вот это вот дело выгрузим. Сложим эту косилку, поставим ее в сторону. И нам нужно сейчас с тюками будет разобраться, с оставшимися. Вальтер, конечно, молодец. Поработала она действительно хорошо. Но собрала она, увы, не все тюки. Потому что разные траектории разворота у них между полос с косилкой была. И все тюки, которые первые лежат, вот она их и не собрала. Поэтому мы сейчас это сделаем сами. Но в любом случае, да, нужно пару штук будет собрать вручную, но вообще все поле у нас без каких-либо проблем абсолютно вывезлось и продалось с тюками. Контракты выполнять с этим прицепом вообще одно удовольствие, ребята. Просто ставишь, и оно все работает, а ты занимаешься какими-то другими делами. Мы, кстати, на силосе подняли около 1 000 000 вместе с этими тюками со всеми, может быть даже чуть больше. Я не запомнил тот баланс, который у нас был в начале серии, но в любом случае доход был очень и очень неплохим. А можно вообще даже сейчас это дело и посмотреть. Доходы от продажи урожая 931 тысяча минус 50 тысяч за 2 прицепа соломы, которые уже были. Ну, в общем-то, неплохо, да? Я считаю, очень неплохо. И на тюках еще 262 тысячи. И плюс мы еще чуть-чуть сейчас высыпем туда. Вроде все. Тут как-то все более-менее четенько у него получилось. Хорошо. Еще 14 тюков у нас осталось. Поехали, их тоже продадим. Ну что, еще 18-19 тысяч еще прилетело. Замечательно, да, сегодня мы немножко разбогатели. А, кстати, вот Джоник хорошо работает с задним ходом. Маршрут работает, который мы прописали. А еще я по карте вижу, что сейчас сюда приедет Scania. И заодно посмотрим, нормально ли он загрузится здесь. Хотя, по сути дела, мы его в прошлый раз уже с середины пускали. И вот он первый круг закончил. Да, не могут здесь пересечься, без вопросов. Вот сейчас просто, скажем так, наверное, повезло, что они не пересекутся. Попали вот, разъехались. Но опять-таки, Scania здесь настолько редко бывает. Это вот только сейчас она первый раз сюда приехала. Она довольно-таки долго эти круги будет наворачивать, но ничего не поделаешь. Ну чё ты, едешь нормально, все оранжевая Scania. Да, конечно, поворот прицепа это просто выглядит больно, но в общем-то заполнение пошло. Эй, все работает, блин, мне так это нравится. Ну и круг он полностью сделал, это тоже хорошо. Друзья, в общем-то сейчас мы тогда просто ждем, пока закончится уборка соломы. Вот что нас интересует в первую очередь. Заканчивается уборка, и мы... Уборка и продажа, соответственно, льняной соломы. Но мне кажется, что продажи с уборкой закончатся примерно в одно и то же время. Плюс параллельно у нас будет кататься силос, будет возиться, и параллельно будет кататься биогаз. А я пойду позанимаюсь другими делами. А мы встретимся уже, когда все это дело... Когда вся наша льняная солома будет продана. Эгэгэй, друзья, у нас, в общем-то, последний прицеп соломы едет сейчас, и давайте, наверное, его выгрузим сразу же на продажу. Соответственно, у нас там Scania наша стоит, у нее 52 куба почти сейчас наполнена, она не отъезжает, потому что там все закончилось, ждет полного наполнения. Так что льняную солому мы, считайте, тоже продали. Я не понимаю немножко, как работает наша Scania, которая возит биогаз, он как-то непропорционально все выливает. В прошлый раз, когда он проезжал мимо цементного завода, я за ним следил, он туда приехал заполненный, хотя на ЖБИ еще не полностью все заполнилось, и на цементном заводе он вылил все, то есть он его забил полностью. Так, вот этому тоже тогда маршрутик прерываем и погнали тоже высыпать. На карьере тоже непонятно, в общем-то он ездит, он пополняет это все дело, но где полностью, а где не полностью, я без понятия, по какому алгоритму он это выбирает. И единственная мысль, которая у меня есть на это этот счет, это то, что у нас есть проблемы там с поворотом этого самого прицепа, и он не всегда хорошо попадает на триггер, и где-то он останавливается, где-то нет. В общем-то, никакой логики у меня нету на этот счет, но ничего страшного. В общем-то, мы высыпаем последний прицеп льняной соломы. Ну давай, высыпайся, молодец. Все, сыпешься. 22 тысячи. И, соответственно, у нас есть 2 миллиона 46 тысяч уже. Но, как я уже говорил, я хочу продать еще и компост, поэтому мы мотаем время и ждем, пока цена на этот самый компост не поднимется до нормальной. Я, может быть, друзья, что-то напутал. У меня сейчас такое чувство, что мне попадалась раньше цена в 700 евро. Но сейчас после зелененькой стрелочки максимум выросла до 419 евро. Может быть, что-то подправили в карте, потому что постоянно цены меняются. Что-то вот у меня проскакивает, что я где-то видел логи об изменениях. Ну и ладно, значит, мы продаем по 419. У нас в любом случае есть еще целых почти 1,5 миллиона компоста. Соответственно, мы это дело тоже делаем по CoursePLAY-чику. Начинаем, разумеется, запись маршрута на Scania. Блин, как же ты долго засыпаешься, а? Заводим двигатель и погнали записывать маршрут. Только надо как-то аккуратненько здесь выехать. Вроде норм. Вроде норм. Погнали. Ну что ж, 25 тысяч тоже неплохо с одного прицепа, с этой Scania. Меня радует такой расклад событий. И что-то тут как-то вроде как опять переделали. Заборы какие-то появились. Раньше по-другому эти выезды были. Ладно, хорошо, поехали так. Не проблема. Ну и все. Останавливаем запись этого маршрута. Сохраним его. Назовем его Компост-прод. Компост-прод. Прод. Ну, продажа. Капитан Очевидность. И выставляем в менюхе компост. Есть у нас тут вообще такая штука, как компост? Есть. Соответственно, со стартовой точки его запускаем, и он начинает пополняться, и это замечательно. Но так как маршрут дальний и выполнять его будет, ну скажем так, довольно долго, мы поставим еще и вторую Scania работать по этому же самому маршруту. Соответственно, ставим транспортировку и продажу, загружаем маршрут компост-прод. Соответственно, забирать из бункера компост. И со следующей ближайшей точки мы его запускаем. И вроде как он должен будет это все дело нормально подхватить. Да, там есть момент, где они типа навстречу друг другу должны теоретически ехать. Но вроде как с учетом того, что они будут две одинаковые машины с одинаковой скоростью друг за другом будут кататься, то не должно этого случиться. Теоретически. Как оно будет на самом деле, я, честно говоря, не знаю. Эх, заполняется, падла, долго только. Давайте-ка выйдем, чтобы посмотреть, чтобы вторая Scania нормально заполнялась. Первая уехала, вторая, ну, борт открылся. Вроде должен увидеть, да. Погнал, пацан. Отлично. Ну что ж, друзья, и в общем-то у нас закончилась продажа компостика. 610 тысяч нам это дело принесло. Нормально. Поднялись мы за последние дни, и это прекрасно. Меня это радует. Эти пацаны у нас закончили, и как раз уже вроде как последний я отправлял Силос отвезти на БГА. Сейчас он тоже вернется на базу, и все будет замечательно. Да. Здесь 0. Отлично. Друзья, в общем-то, на этом второй сезон мы с вами заканчиваем. Подвели вот такой вот небольшой итог, скажем так. Продали урожай, который можно было продать. Возможно, можно было еще лен продать. Стоило. Он толком никуда не идет, как культура. И его не так уж и мало есть. Дальше, друзья, у нас пойдет сезон по Зеленой долине. Тоже примерно 10 серий он будет. И после него мы вернемся сюда в третьем сезоне. И, соответственно, уже начнем строить производство. И потихоньку их запускать. Производство, которое уже будут делать товары на продажу. И, соответственно, начнем колотить бабло. Там уже и новые поля у нас пойдут, скорее всего, и лошадок продадим. Короче, все самое интересное, по сути дела, впереди. Поэтому, чтобы не пропустить все это дело, подписывайтесь на канал. Не забывайте про лойсики, ребята. Давайте вот под конец сезона соберем прям дохренище лайков. Я люблю, когда вот дохренище лайков, когда выстреливает что-то. Жаль только, что это случается, когда вот об этом надо сказать, а не вот на регулярной основе. Ссылочки на все самое интересное есть в описании, так что заглядывайте туда, там плейлисты, ВКонтакте, Дискорд и так далее. Комментики, пишите, в общем-то, что вы думаете по поводу прошедшего сезона. Ждете ли вы следующий? Короче, пишите комментики. Не знаю, я люблю комментики. Спасибо, друзья, всем, кто смотрел. Спасибо за внимание. С вами был Никита Делай. Всем всего доброго. Пока-пока.